Diyor, biz de kalkımızda bu şükürlüdür. Yılla uza var Allah, göz attırlı nerede, yanı törlülü gelirle yaşavva. Alay bu türlü kişi bir sabahta da unutup kuyuldu. Bekleseyiz, kamatalarız halka saldı, Allah'a şükür, alan kaparlar var. Törlüden törlüye ötekilir, kalayla olsa da. O sebepten kaytarılıp gelmesin bu lakin değil ki. Pek birinciden. İkinciden anı unuturça Allah-u Teala başka kıyılıkta vermesin halkımıza. Başka millete ya da. Здесь у нас в республике проживает очень много людей разных национальностей. Сегодня я их видел. Хочу выразить благодарность, конечно. Это беда хоть и балкарского народа, но это беда все равно общая, потому что эта участь постигла и других тоже, кстати, представителей других национальностей. Но поголовно весь народ, конечно, был депортирован, это балкарцы, конечно. Поэтому сегодня мы отдаем дань памяти, но я думаю, считаю, так, наверное, и все, наверное, так считают, что у каждого человека в душе есть что-то такое сокровенное, которое он может открыто там вслух не высказывает, там, где-то на трибунах не выступает. Но тем не менее. У меня, например, сестра осталась там. Много очень близких родственников тоже. Но, слава Аллаху, мы вернулись на свою родину. И сегодня среди других народов вместе с ними мы строим будущее. Пусть не пока что это громкие слова кому-то, но это так и есть. Понимаете, любое горе легче перенести, когда рядом есть хорошие, добрые друзья, настоящие друзья, братья. Они у нас есть, слава Богу. Поэтому сегодня как-то я вот подходил, карачаевская делегация была руководитель, там имам. Он сказал, мы не могли не приехать, потому что эта беда коснулась почти всех на Кавказе. Так оно и есть. Спасибо им тоже, конечно, большое. Но самое главное, я еще раз повторю, скажу, что легче переносить, когда рядом есть настоящие друзья, братья, сестры. Они у нас есть, слава Аллаху. Я просто хочу пожелать всем, кто сегодня пришел, кто не смог прийти по разным причинам. Пусть никогда не повторится такое. Страшное дело, большое горе, не дай Бог. Увидеть, перевидеть кому-то. Дай нам Аллах, чтобы мы жили на своей родной земле, совершали трудовые победы в основном и радовались жизнью.